Добрый вечер, и дай Бог нам всем успехов и благополучия, и, как всегда, мы посвятим свои слова, с вашего разрешения, успеху и благополучию наших воинов, выздоровлению раненых, возвращению пленных. Я упоминаю всегда Любу Бат-Михаэль во имя возвышения ее души и памяти о ней. И мы с вами продолжаем пророка Захария. У нас сегодня трудная тема, или я ее сделал трудной, не знаю, помогайте, если что. Может быть, это покажется странным, но действительно, каждый разговор, каждая тема, о чем бы речь ни шла, она возвращается к одному и тому же. Евреям необходимо быть в земле Израиля. Та эпоха, о которой мы говорим, это в основном обращение к тем, кто остался в Бавеле, в Вавилонской империи. Я напоминаю, что и Вавилонской империи уже к этому времени, о котором мы говорим, ее нету. Мы говорим о периоде правления Дария II, и легко догадаться, что Дарий II – это Персия, уже много лет, как минимум 30 лет где-то Персидской империи. И вот об этом времени мы говорим. И началось, книга Захария началась с того, что «Шуву алай ве шуву алейким», «Вернитесь ко мне, я вернусь к вам». И это призыв вернуться в землю Израиля прежде всего. И с той иной точки зрения возвращается постоянно к этой идее необходимости вернуться в землю Израиля. Обращение звучит в основном к тем, кто остался в Бавеле, в Персии, которую евреи по старой памяти называют Бавелем, хотя расселение после разрушения второго храма, оно было и в других странах. Мы можем себе представить, что в Египте образовалось большое сосредоточение евреев еще, скажем, да, еще когда храм не был разрушен. Там было построено несколько городов. На основе одного из этих городов, Дельте Нила, Александр Македонский впоследствии построил Александрию. Там было преимущественно еврейское население. Был такой город Ягав, можно сказать, на границе земли Израиля и Египта, и там было большей частью практически целиком было еврейское население, которые были воинами фараона и охраняли его границы, границы Египта. Были евреи, бежали и к филистимлянам, и бежали в Моав и Амон, на территорию Амона и Моаба. Но там как бы меньше осталось людей, потому что очень жестоко с ними поступили. В любом случае, рассеяние, диаспора сыновей Израиля была очень большой. Вот. И это то, что мы здесь видим, один из пластов того пророчества, о котором мы стали говорить. Да, я напоминаю, что речь Захарии шла в основном о приближении периода эллинизма, власти эллинизма, господства, так сказать, греческого, хотя на самом деле это господство Сирии, в которой правили династия Селевков, и Египта, в которой правила династия Птолемеев. Но как бы можно представить себе это как и господство Греции в том смысле, что это Греция, греческая культура. Теперь после этого видения, с вашего разрешения, возвращаемся к тому месту, где мы с вами остановились. Я поднимаю здесь шпер. Вот мы немножко вспомним и пойдем дальше. Я надеюсь, что здесь экран
виден, если не виден, то скажи мне. Вот. Да. Мы помним, что колесницы вырываются между двух медных гор, и мы попытались с вами обсудить подробно, что означают медные горы, сама медь, горы, почему, скажем, это такое узкое ущелье между двумя горами. Мы все это попытались объяснить и начали говорить о колесницах, и сегодня мы с вами продолжим этот разговор. Да. И воскликнул я, как говорит Схарья, да, и сказал ангелу, говорившему со мной, что эти явления означают, господин мой. И отвечал ангел и сказал мне: это в четыре стороны небесные выходят они, после того, как предстали они пред владыкой всей земли. Мы помним с вами, что кони разлетаются от всадника, сидящего на красном коне, в разные стороны, и они предстают перед ангелом или перед Всевышним. Тут как бы трудно различить, и нет большой разницы, хотя, может, конечно, она есть, но в данном случае как бы они все равно говорят, понятно, что ангелы говорят со Всевышним, если даже они обращаются внешне к ангелу, сидящему на коне, то естественно, что это разговор со Всевышним. Но это как бы ангел, только привязка, так сказать, привязка для глаз. Да? И, как мы помним, они сообщают, что вся земля находится в покое, вот, и Всевышний дает пророчество о построении Иерусалима, об обнесении его стеной и о том, что в далеком будущем Иерусалим будет жить без стены. Это содержание, как бы сказали сегодня, предыдущих серий. Вот, а мы возвращаемся с вами и идем дальше. И вот эти кони, которые вылетают между гор, это вороные кони, которые в одной колеснице выходят в страну северную, и белые вышли за ними, пятнистые вышли в страну южную, а серые вышли и просили разрешения идти разгаживать по земле. Вот здесь не упоминаются красные, это моя пометка, здесь нету, конечно, этого слова красные, нету вопроса, и цифры, это тоже, конечно, моя пометка, да. И сказал он: идите, рассказывайте по земле. И рассказывали они по земле. Прежде всего, мы постараемся восстановить картину, куда разлетаются эти кони, куда идут черные, куда белые. Вот. И моя задача очень непростая. Сегодня, забегая на несколько строчек вперед, это попытаться сравнить это видение с видением Иезекииля, учителя пророка Схарья. И в книге Схарья, как мы с вами говорили, есть очень много таких мест, которые можно было бы назвать параллельными с книгой Иезекииля. И вот черные кони, они вылетают на север. Ну, я попытался изобразить это как на карте, север наверху, туда идут черные кони. И мы с вами помним, что хотя Бавель, он находится на востоке от земли Израиля, в общем-то, Междуречьем, тем более Бавель, он как бы в южной части Междуречья, он находится на востоке от земли Израиля, но принято называть его страной северной. Одна из причин, потому что шли в землю Израиля вдоль реки Прат на север, и оттуда уже поворачивали на юг, приходя в землю Израиля с севера. Поэтому Бавель часто называют страной северной. Вот черные кони отправляются туда, и мы увидим с вами, что они отправляются в Бавель. Они черные по, может быть, нескольким причинам. Основная из них, что черное – это отсутствие света, а север, как бы символизирует скрытие. Цафон от слова цафун – скрытое, в отличие от даром, южное – рам, высокий, как бы
видимый со всех, видимый как бы со всех концов Земли, поднятый высоко вверх, это Даром, юг, а вот север, Цафон скрытая. Да, теперь белые кони выходят вслед за черными. Нет, они не идут туда же, на север, куда они идут, не сказано, но можно догадаться, что если вслед за ними, то нам нужно смотреть, как всегда, слева направо, как это получается по часовой стрелке, и белые кони, они отправляются на восток. Да? Дальше красные кони, да? Красные кони, они у меня помечены здесь четвертым, ну ладно, забегая вперед, красные кони отправляются на запад, и можно представить себе, почему они красные, потому что да, белые – это сила дня, а красные – это сила дня теряется, начинает угасать на западе. А вот третьи кони пятнистые, да, вот, им остается юг, да, и, как мы с вами сказали, есть здесь серые кони, да, вот третьи серые кони, и, опираясь на целый ряд комментаторов, мы можем сказать, что они не самостоятельные, они отделяются как бы от пятнистых. Ну, мы можем представить так себе, не знаю, точно ли это, но вполне допустимо представить сначала пятна эти на сером фоне, а потом пятна остаются, а серый фон уходит и превращается в коней, которые разлетаются повсюду, везде и повсюду. И вот наша задача понять, о чем идет речь. Да, многие комментаторы, на мой взгляд, говорят справедливо, что сказано кони, множественное число, это не какой-то поток коней, табун несущийся. Речь идет о колеснице. Колесницы, в которой запряжены черные кони, колесницы, в которой запрещены белые, красные, пятнистые, да, ну и, может быть, серые, они разлетаются во всех направлениях, как отдельные кони, да. Вот, что же сказано про серых, сказано дальше. «И сказал он, идите, рассказывайте по земле, и расхаживали они по земле», да. Опять же, целый ряд комментаторов, я не буду их перечислять, относят это к серым коням. Да, именно серым коням было сказано рассказывать по всей земле, для всех остальных были определены направления. Да, что мы можем здесь себе представить? Задача очень трудная, повторяю, но мы попробуем увидеть параллель с пророчеством Хизкеля, колесницы, первая глава. В общем, то, что считается запрещенной для изучения темой, но мы, естественно, не будем трогать запрещенные аспекты. Я не как бы не знаю эти запрещенные аспекты, но знаю, где они начинаются. Где эти запрещенные аспекты начинаются, поэтому можем двигаться уверенно, что мы не пересечем границу. Значит, в видении Хизкеля, как мы помните, может быть, мы касались несколько раз, он видит свод небес, да, похожий на страшный лед, как он говорит, над сводом небес он как-то видит через этот свод небес, видимо, он не поднимается выше свод небес, а он видит как бы через свод небес, да, и тут уже можно представить, что это видение не точное, это видение либо через фильтр, либо какое-то отражение, как в зеркале. Да, почему я оговариваюсь? Потому что выше небес он видит картину господина мира, который сидит на престоле,
который подобен небу, подобен сапфировому камню. Понятно, что картина господина мира, какой бы расплывчатой она ни была, а Хискель еще дает какие-то подробности, и вот Радж как раз говорит, что вот эти подробности, которые есть о господине мира, их комментировать нельзя, невозможно, это запрещено. Понятно, что запрещено не потому, что кто-то хочет скрыть знания, а потому что слова не передадут истинный смысл этой картины. Да? Но тем не менее, как мы можем отметить, что есть господин мира, который сидит над престолом, который сидит на престоле над небесами, а ниже ужасного льда, как говорит Хизкель, есть ангелы с ликами животных. И каждый из ангелов, он как бы состоит из 4 ангелов, вмещает в себя 4 ангела. Прежде всего нужно отметить, что я напоминаю, как бы, да, что если сравнивать это с пророком Йешаяху, то мы здесь увидим динамику. Пророк Йешаяху видит как бы тоже образ Всевышнего, образ господина мира, господина, который сидел на престоле, как бы сидел на престоле святая святых, вот теперь этот престол начинает подниматься, и только края одежд наполняют храм, как говорится в 6 главе Йешаяху. Да? Вот это все видит Йешаяху, и мы здесь видим, что это как бы начало проблем, начало – это предвестие какого-то изгнания, потому что нету перегородки между Всевышним и миром, и храмом. Есть только начало отделения, как бы отделения Всевышнего от земли. Раньше он пребывал на земле, его престол как бы стоял в святая святых, и духовный и материальный мир совмещался, и через это приходило материальный мир благословения. И вот теперь происходит этот разрыв как бы между небом и землей, между землей и престолом начинается. Да? А здесь мы в картине Хизкеля мы видим, что земля как бы нижний мир, да, земля здесь тоже присутствует в этом видении, мы не будем как бы подробно вдаваться в это, но можно сказать, что здесь земля отделена от престола или престол отделен от земли неким сводом, который похож на страшный лед. Поскольку здесь 4 лика, каждый из них совмещен как бы в одном, то мы и с вами сказали, что, по всей видимости, кони, они тоже, 4 коня впряжены в колесницу, и каждый конь одинаковой масти, но, тем не менее, они отображают какую-то составляющую, да, из 4 частей. И вот то, что видит Хизкиэль, да, как он говорит, обращая внимание на ангелов, которые под престолом, да, которые как бы несут престол, но на самом деле престол несет их, как говорят о Ковчеге Союза, что Ковчег Союза несет несущих его, то есть ковены как бы они вроде бы несут ковчег, но на самом деле ковчег несет Когенов, они не в состоянии его поднять, потому что ковчег должен был бы быть очень тяжелым, но я здесь оговорюсь, как бы, скажем, да, все время рассчитывают, сколько должен был бы весить ковчег, и говорят, что он был неподъемным, но дело в том, что у ковчега не было материальных параметров. Да, он был сделан по определенным размерам, но трудно, особенно когда
его поставили в святая святых храма, трудно говорить о том, чтобы у него были какие-то определенные размеры. Он был духовной сущностью, которая относится к духовному миру, и у него нет материальных изменений, у него нет пространственных измерений, временных изменений, а также у него нету и определенного веса. Да? То есть это какое-то некоторое чудесное сущность, и трудно сказать, что чувствовали когены, когда он лежал у них на плечах. Хотя, как всегда, с точки зрения материального мира, он весил столько, что поднять его было невозможно. Но когены его поднимали. Поднимали, и можно сказать, что это было постоянное чудо, а можно сказать, что это такое свойство ковчега, который принадлежал и духовному миру, а проявлялся в материальном. Так тоже можно сказать, почему я попал в эту историю, не знаю. Само по себе интересно отметить, как бы, да, потому что мы сказали, что ангелы, они как бы несут престол. На самом деле престол несет ангелов и передвигает ангелами. И поскольку наступает время изгнания, уже наступило для Иезекииля, то важно подчеркнуть, что нет никаких сил, кроме Всевышнего, и что все вот эти ангелы, которые могут отображать силы народов и отображать силы царей народов, они все действуют по воле Всевышнего. Поэтому говорится, что дух, сидящего на престоле, он мгновенно распространяется, или просто дух, сидящего на престоле, он в ангелах, да? Как бы за нулевое время распространяется в ангелов. Иезекииль несколько раз подчеркивает, для того, чтобы подчеркнуть, что ангелы, это как могло представиться в период галуты и знания, это не самостоятельные сущности. Вот. И сейчас мы вернемся вот к этой триаде и четверке. Да? Иезекииль, когда стоит напротив колесницы, как бы, да, он видит справа льва, да, слева он видит быка, в центре он видит лицо человека, и сзади он видит лицо орла, которое обращено к центру. Он как-то видит этим пророческим образом, его пророческим видением, у него одно не закрывает другое, и поэтому он видит орла, который смотрит к центру, как бы, и расположен, так сказать, на затылке человека. О чем, прежде всего, картина эта очень сложная, да, у нее очень много деталей, без которых она непонятна, но мы постараемся как бы взять наиболее общие важные моменты. О чем рассказывает эта картина? Да. Она рассказывает о том, что, в принципе, мир устроен на трех, можно сказать, на четырех составляющих, которые повторяются везде и повсюду. Да? Кто-то будет это называть основой мира, там, как говорили, вода, огонь, что там еще, земля, да, воздух. Вот эти четыре основы мира алхимики средние века приняли всерьез вот эту посылку из Торы, что это относится к материальным действительно сущностям, и вот что вроде бы из этих основ можно получить все элементы, как, скажем, из таблицы Менделеева. Вот, и они хотели получить золото, и основное занятие алхимиков было получить из этих четырех элементов золота. Это такая несусветная глупость, к которой приходят люди, когда они черпают какие-то знания из Торы и не удосуживаются спросить у мудрецов Торы, которые передают, собственно, традицию из поколения в поколение от горы Синай. Что имеется в виду здесь? Здесь есть параллель между, так сказать, я бы сказал, метафизическими символами, параллель в том смысле, что как бы есть символы в животном мире, да, и есть символы в неживой природе.
Вот, ну, есть символы в нерастительном мире, или символы живой природы, символы, поясняющие через живую природу, символы, поясняющие через растительный мир, символы, поясняющие через неживую природу. Здесь нас интересует неживая природа и животный мир. И вот животный мир, лев, ему параллелен в неживой природе, ему параллелен огонь. Да? Есть бык, в неживой природе ему параллельно вода. Да? То есть они рассказывают как бы практически об одном и том же. Вот. А есть орел, да, и мы легко им можно представить себе, что ему соответствует, как бы сказали, стихия воздух. Да? Вот, с такой как бы физической точки зрения, опять же, если так можно сказать, можно представить себе, что мир состоит из такой триады. Да? Это огонь, который как бы скрывается за львом, говорит о том же самом. Это вода, которая скрывается за быком. И это ветер, который скрывается за орлом. О чем это говорит? Да? Весь мир построен на двух движениях. Одно – приближение ко Всевышнему, а другое – удаление от Всевышнего. И есть средняя линия, которая как бы пытается совместить эти два движения. Да? В материальном мире невозможно двигаться в двух направлениях, а в духовном мире очень даже и возможно двигаться в двух направлениях одновременно, поопускаться и подниматься одновременно. И вот средняя линия, она как бы пытается совместить это движение вверх и вниз. Приближение ко Всевышнему не обязательно может быть положительным, а удаление от Всевышнего не обязательно должно быть отрицательным. Да? Просто приближение ко Всевышнему, которое описывается огнем или львом, да, огонь сжигает все материальные формы, да? Вот, а лев разрывает все живое, его рык парализует все живое. Вот это как бы приближение к Всевышнему, или, можно сказать, к духовному миру, где отдаление от материальных форм, от материальных образов, если говорить о сознании человека, да, и как, скажем, любое качество, оно должно быть не уравновешено. Да, должен быть уравновешен, я бы сказал, уравновешен водой, но сейчас это будет непонятно, скажем, да, если горение происходит таким образом, что старые формы разрушаются, а на смену им успевают прийти новые, как бы более абстрактные, более духовные, да, и они тоже потом подвергаются, так сказать, горению, влиянию огня, то происходит постепенное поднимание, возвышение в духовный мир, если говорить о сознании человека, постижение все более и более абстрактных структур. Да, если говорить о бешеном, таком сумасшедшем огне, который все сжигает, это идолопоклонство. Скажем, да, оно тоже, как мы несколько раз здесь подчеркивали уже, оно отличается стремлением к духовному миру, только там нету правил и нету никакого понятия о том, чтобы как-то воспринять этот духовный мир, вместить его в какие-то рамки, превратить его в благословение для материального мира, а там просто горение, да, оторваться, уйти куда-то, взлететь, вот. И теперь, если говорить о быке, то это вода, да? И вот отдаление от духовного мира, как бы отдаление от Всевышнего, и оно не обязательно должно быть отрицательным. Конечно, оно может быть отрицательным, потому что как бы уход человека в материю, да, в материальные проблемы может быть отрицательным, но оно может быть и положительным, когда человек читает этот мир как речь Всевышнего.
Да? Он видит то, что скрывается за материальным миром. Он наполняет те сосуды материальные, да, или то, что он понял из материального мира, он наполняет духовным светом, да, как вода способна наполнять сосуды любой формы, так же и человек может как бы приготовить свое сознание, анализируя материальный мир, а дальше наполнить его духовными сущностями, духовным содержанием. Да? И вот у нас есть такое движение вверх и вниз. Я тут переставил стрелки по дороге. Если вы заметили, со стороны льва стрелка вверх, со стороны быка стрелка вниз. И вот есть такой, как бы, грубо говоря, загогульный. Я начертил попытку совмещения этих двух линий, которые в физическом мире можно представить как метание ветра, который мечется воздуха, ветра, который мечется всегда от холодного к горячему, да, и при определенных условиях обратно, при сжатии или, скажем, да, определенном, он движется обратно. И вот как бы между холодным и горячим, пытаясь совместить их, мечется воздух. Да. Остался человек, да, ему соответствует четвертая стихия, это земля, почва, она считается объединяющей. Здесь можно долго рассуждать об этом. Я постараюсь по-простому как бы представить, в чем ее объединяющая сила. Говорят, что для того, чтобы изготовить сосуд, надо взять землю, песок, может быть, землю, глину, да, размочить водой, залить воду, обжечь в огне, да, когда обжигают огнем, то дует ветер. Получается, грубо говоря, горшок, сосуд. То есть говорят, что обобщающий всех сил, она отражается в материальном мире, отражается как сосуд. Да? И вот этому соответствует человек. Да? Теперь мы с вами да, то есть эту картину можно развивать дальше, да, как бы. Вот тут нужно сказать, мы видим с вами, что, значит, не вдаваясь во все подробности, мы видим с вами, что человек со всех сторон в центре, да, вот, в видении Хизкиэля, скажем, мы можем понять, что вот здесь вот справа будет лев в центре, а как же он может быть и в центре, когда лев должен быть и в этой частной картине должен быть справа. Дело в том, что лицо человека в каждой из этих четверок, оно, так сказать, находится под влиянием одной из сторон, можем сказать, одной из стихий, и человек справа, он немного похож на льва. Или сильно похож на льва, не знаю, тут нету никаких определений по этому поводу. Человек в центре, он сохраняет человеческие черты явно выраженные. Да, человек, скажем, сзади, он больше похож на орла. Человек здесь слева у нас, он больше похож на быка. Поэтому можно и говорить о том, что в центре всегда человек, справа всегда бык, слева всегда да, в центре человек, справа лев, слева бык, да, и сзади всегда орел. Да, то есть орел является доминантным настолько, что лицо человека переходит черты орла, или как справа, если мы говорим о правой четвертой, то черты льва. Да. Я постарался все это подробно описать в комментарии книги Йехизкеля, над которым на всей книге работал 10 лет вместе со своей женой, светлой памяти. Вот, благодаря ей все это нашло очень такое четкое выражение в словах по-русски. Вот, так что можно заглянуть туда. И, естественно, что я не могу рассказать все, что там описано. Да, я даю как-то наиболее общую картину. Да. Теперь, скажем, эти стихии, так сказать, они соответствуют
соответствует силам души или недостаткам души. Как мы уже с вами убедились на примере Агады, когда львенок выходит из святая святых, да, этот львенок олицетворяет стремление к служению божествам, да, а выходит он из святая святых, да, и вот выходит он из святая святых, как бы мы понимаем, что у человека один потенциал, да, это стремление к духовному, а этот потенциал можно направить на превратить служение идолу, упаси Бог, или в служение Всевышнему направить на его на развитие такого ощущения божественного присутствия во всем мире. Это уже как бы, да, как душа пожелает, грубо говоря. Да? Вот. То же самое здесь, да, можно от тех параллелей, которые мы с вами говорили и затронули уже, можно перейти скажем, к описанию недостатка и преимущества недостатка души. Да? Скажем, если мы берем с вами огонь, да, мы понимаем, да, служение Всевышнему, если он равномерное такое горение или стремление к идолопоклонству, если это горение не сдержанное. Да? И вот, и поэтому, если так можно сказать, поэтому огонь – это символ наказания за идолопоклонство. Это он соответствует периоду Бавеля, на периоду Бавеля, Бавеля нета, как можно сказать, без Персии. Да? Вот. И, скажем, мы можем представить себе, где здесь параллели. Это, скажем, в Бавеле поклонялись огню. В Персии затем тоже поклонялись огню, но совсем-совсем по-другому. В Бавеле огонь был как бы, да, вот такой, таким главным божеством. Персии поклонялись огню, потому что из-за зороастризма, да, когда говорили о двух началах, о темноте и о свете, и вот огонь был таким символом света, и ему поклонялись. Некоторая другая идея. В Бавеле поклонялись огню как неудержимой силе. Да? И вот мы с вами здесь видим, да, как бы идолопоклонство, как несдержанное горение. Есть сила такая Бавеля, как бы тоже параллельная огню. И вот, наконец, символ неживой природы. Мы помним, что в статуе, как сказать, да, в идоле, который в изображении, которое в скульптурном, так сказать, изображении, которое приснилось Навуходоносору, да, и которое потом разъясняет Иезекииль, там голова, соответствующая Бавелю, она золотая. Да? И вот здесь как бы мы видим, как все метафизические образы пересекаются. Золото, которое, понятно, параллельно огню, есть лев в видении Иезекииля, есть огонь, который здесь присутствует как бы неявным образом, как некоторый символ. И есть вот эта проблема, да, безудержное стремление к духовному миру, которое приводит к этому поклонству. И в ответ, да, поднимается народ, который разрушает храм. Этот народ как бы со стороны огня. Да. Если идти по кругу, то у нас здесь есть дальше орел, да, это воздух. Он соответствует Персии, так как воздух в Персии, да, то, что происходит в Персии, евреи оказываются разбросанными по всем 127 провинциям, как мы видим это с вами в книге Мегилат Эстер, и не только разбросаны физически, они разбросаны, так сказать, духовно, они говорят на разных языках, они, в общем-то, как бы живут среди разных народов и усваивают разные привычки, разные традиции, а иногда и разные представления о мире, которые навязывают идолопоклонство. Причем в каждой из провинций разные идолопоклонства – это разбросанность, да,
разбросанность действия ветра, который пытается объединить две силы, но может и разбросать тоже, как бы отрицательно работает. Да? Теперь бык соответствует греческому или, скажем, периоду эллинизма, да, точнее говоря, вот если где-то говорю из Греции, то вы уж меня простите, значит, имеется в виду период эллинизма, да, и мы понимаем, что он бык, тягловое животное в древнем мире, рабочая сила, если с какого-то времени начали измерять там мощность моторов в лошадиных силах, то в древнем мире, если бы мотор появился в древнем мире, скажем, то его бы измеряли в силе быков. На быках перевозили камни, распахивали поле само собой. Да? Вот, он использовался и на растительных работах, как вращающий круг, благодаря которому поднимали воду с уровня на уровень и так далее. Бык такая рабочая сила, и он параллелен воде, стремлению вниз, да, и стоит стремление созданию таких материальных ценностей. Это характерно для эллинизма, да, когда мы с вами говорили подробно, вот, и говорили о меди, да, что и говорили вот об этом моменте, как бы, да, просьбы убрать идолопоклонство, а вместе с силой идолопоклонства уходит и сила ощущения божественного присутствия. Это все как бы, да, мы это проговорили, я не возвращаюсь к этому подробно. Да. Вот, то же самое и с как бы периодом эллинизма, или не то же самое, а мы можем понять, почему ему соответствует бык в... Да, наши мудрецы не говорят об этом напрямую, но вот они в Гемаре, например, говорят так, что как бы, ну, скажем, условно, греки сказали сыновьям Израиля, напишите на роге вашего быка, нет нам удела в Боге Израиля. Не буду сейчас разбирать подробности Толкаду, может быть, вернемся к ней в дальнейшем, но мы видим, что период эллинизма, его сила, как бы, да, она сравнивается с быком. Почему? Потому что духовный мир отступает на задний план, основным становится материальный мир, и не в том плане, как, скажем, может быть, наши мудрецы себе представляли, в частности, Елель Старший, да, представлял себе, что эти задачи человека – идти в материальном, передвигаться по материальному миру, а, так сказать, грубо говоря, не лезть в духовный. Но когда он говорил о передвижении в материальном мире, он говорил, как бы сегодня сказали, о поиске искр, да, найти во всем искру, найти во всем божественное проявление, отражение, какую-то силу духовную, представить мир как речь Всевышнего в этом плане, передвигаться в материальном мире, а не взлетать в духовный. Да, это и идея Елеля Старшего, как мы можем четко увидеть с вами через 16-й лист трактата Бийца, скажем, да, в Талмуде, в Вавилонском Талмуде. Ну, неважно, мне иногда хочется быть убедительным и ставить источник. Я думаю, что это не всегда важно. Да? И вот бык, это, он соответствует периоду эллинизма. Да? Не так, как представлял Гилель, да, себе, скажем, как он представлял себе погружение в материальный мир, а буквально уход от духовного. Да? И с этим связано и, скажем, уход пророчества, прекращение пророчества, как бы духовный мир отдаляется, и остается такой образ быка. Да? Вот, я постарался пометить, что бык у нас оказывается слева, в том смысле, что человек здесь, он, видите, синим, я его как бы пометил, он похож здесь на быка. Вот это, наверное, как раз бы был период эллинизма. Да? Если напротив него справа, это более ранний период, когда человек здесь похож на льва, это период Вавилона, период, так сказать, вавилонского изгнания. Да? Вот, и
скажем, человек, похожий на орла, это здесь, да, соответствует Персии, да. А вот человек, который похож на человека, так сказать, сохранил человеческий образ, хотя, может быть, это как раз наоборот, этот человек менее похож на человека, чем все остальные животные. Это период владычества Римской империи, которая объединяет все силы, как общее человек, он призван объединить все силы. Вот так, значит, Римская империя, она определяет, соединяет все силы, но она их соединяет, как бы, и поэтому ее можно назвать человеком, да. И вот даже у нас такая параллель, скажем, Яков и Исав, близнецы и так далее. Ну, понятно, что они близнецы, да, они близнецы, но они совершенно не похожи, да. Яков, он человек в том плане, что он стремится принести благословение в мир, а Исав, да, он человек в том плане, что он стремится объединить все силы, но как, если объединить, он стремится, так сказать, подмять их под себя, да, тоже объединяет все силы, но он не стремится принести благословение, а стремится властвовать, да, владеть всем. Да. Вот. Скажем, да, и вот, скажем, это схема Иезекииля, она является, так сказать, подставкой или, там, скажем, нижним листом для того, о чем говорит здесь Схарья. Да? Вот четверка черных коней, да, здесь краска как бы является определяющей, да, четверки черных коней улетает на север, да. Вот пятнистые мчатся на юг, красные на запад, да. Вот, белые на восток, да. Вот, ну, вот как, да, то есть, как бы они параллельны вот этой картине, которую мы снова разобрали полностью, да, не полностью, но, по крайней мере, дали набросок, да, вот, и дальше я бы сделал такой, то есть мы поняли, по крайней мере, откуда проистекает эта картина коней, разлетающихся в разные стороны, и, скорее всего, они четверки этих коней, сопряженные в колеснице. Вот мы поняли, где как бы их источник и что там за подоплека у них. Да? Вот. А то, что важно как бы дальше, продолжение пророчества, то здесь важно как бы реакция, да, реакция, скажем, Всевышнего, если так можно сказать, на этих коней, которые разлетаются в разные стороны. Раньше они разлетались в некотором поиске, как мы с вами говорили, и сейчас они разлетаются в некотором поиске, да, что за поиск, да, поиск оправдания. Оправдание, для меры милости, для того, чтобы она, так сказать, сработала, мера милости, чтобы она удержала гнев Всевышнего, нужно какое-то оправдание, чтобы сказать, ну ладно, да, ну не все, да, ну не могут, вот что-то такое сказать. Да? Вот. И вот здесь говорится, что кони черные, которые направились в Бавель, да, направились в Вавилон, они, или в Персию, можете сказать, да, они успокаивают дух Всевышнего, да, успокоили дух мой в стране северной, да, с чего бы этот дух Всевышнего успокоился в стране северной, да. Мы можем только сказать, что мы видим такой постепенный как бы уход от меры суда. Да? И вот эти черные кони отправились туда, в Персию, где большинство евреев сидят и не двигаются с мест. Да? И вот, но они видят там, как бы, да, не двигаются с места. Из-за этого вспыхнул гнев Всевышнего. Из-за этого он хотел превратить весь мир в ночь, да? Ну,
Ладно, да, ладно, они, по крайней мере, там живут общинами, сохраняют себя, соблюдают закон Торы, есть надежда на будущее. Ладно, скажем, что как бы не будем включать меру суда на полную, да, это черные кони, которые отправились на север, в страну Павеля, и это как они успокоили Дух Всевышнего. Там есть какая-то есть надежда на будущее, да. Будут учиться, учиться, что-то выучат. Будут соблюдать заповеди, как сказал пророк Иеремияву несколько позже, да. Нет, не позже, извиняюсь, да, сказал раньше, что заповеди – это отметки на дороге, по которым можно из изгнания вернуться в землю Израиля. Вот, может быть, будут соблюдать заповеди, вернуться в землю Израиля, успокоился Дух Всевышний. Да? Вот еще пару минут и перейдем к вопросам. «И было слово Богу ко мне сказано, возьми у изгнанников, у Халдаев, у Тубию, и дай, которые пришли из Бавеля, и придешь ты в день тот, и придешь в дом Юши, сына Цафании, возьмешь серебро и золото, и сделаешь венцы, и возложишь на голову Яшуа, сына Иоцадока, священника великого». Здесь в одном предложении столько всего, столько информации. Казалось бы, формальное действие, принесли какое-то золото, сделаешь из него короны, будут хранить такие-то люди, и эти короны возложишь на голову Яшуна, сына Цадока. Глобальная картина такая. Вот приходят люди из Бавеля, да, и приносят серебро и золото, из которых изготовляются короны. Они, видимо, приносят их для того, чтобы изготовить эти короны. Видимо, у них есть такая идея, что за этим стоит. Да? За этим стоит картина современного мира. Да? Когда, скажем, евреи сидят в Соединенных Штатах, да, и говорят, ну мы же деньги даем, ну мы же деньги даем на Израиль. Да? И вот это вот глупейшее совершенно оправдание, глупейшая посылка, да, как будто все дело в деньгах, да, вот, и она является разрушительной для мира, да, и поэтому Всевышний здесь и говорит, успокоили дух мой, ну, ладно, да, хотя бы поддерживают связь с Израилем, да. Хотя бы признают, что царское достоинство, как бы управление евреями диаспоры, оно тоже идет из Израиля, хотя бы в какой-то степени. И вот это как-то успокаивает Дух Всевышнего. Ну ладно, $100 дали, ну значит остается надежда на будущее. Да? Скобка говоря, это сама посылка, что мы помогаем деньгами, она настолько абсурдная, да? Не нужно этих никаких денег. Да? Деятельности евреев, значительной части евреев в Соединенных Штатах, является разрушительной для Израиля, как это, я надеюсь, если это не было кому-то раньше видно, то сегодня это совершенно понятно. Да? И если бы можно было обратиться к ним, да, господа, братья, да, оставьте вы эти деньги себе, приезжайте в Израиль, да? Вы будете в Израиле, вы займете здесь землю, да? Какие бы вы ни были, вы принесете сюда божественное присутствие, и все проблемы начнут решаться того ужаса, который был, он бы был невозможен, если бы вы были здесь. Так при чем же здесь ваши деньги, которые поддерживают не только Израиль, но и поддерживают и наших врагов в Соединенных Штатах. Да? И так что здесь очень важно понять, что это по принципу, ну ладно, ну дают $100, это по крайней мере сохраняется какая-то связь с Израилем на будущее. Да? Вот пусть из этого сделают короны. Да, мы видим, что это короны, которые делаются, они должны быть возложены на голову сына Яшуа, сына Иоцадока, прекрасную, известную нам личность, первосвященника этого
периода, а где короны, обе короны, а где же Зарубабель? О, мы понимаем с вами, что Зарубабель уже лишился своих привилегий в это время, что, скорее всего, его отозвали в Персию, да, и он уже давно, какое-то время назад, и через какое-то время он появится снова в Израиле, в Иудее, уже под именем Нехемия, да, но пока его нету, и, скажем, и это характеризует весь период второго храма, что особенно начальный первосвященник играет главную роль, он и это относится и к Шимону Цадик, что он как бы вместо царя, и мы видим это и в период или перед периодом восстания Хашмонаев, там есть первосвященники совершенно злодейские, как Менелай, да, вот, но то, что нас интересует, что они как царь, да, царя нету, да, исходит власть от первосвященников, и затем, слава Богу, с восстанием Хашмонаев власть переходит к первосвященникам, тоже к первосвященникам, первосвященники становятся царями. Да. Говорят, что это, скажем, Рамбан отметил, что это явление не столь положительное, но я бы еще это обсудил. Но в любом случае здесь как бы видение этого периода, что нету царской власти, есть власть первосвященника. О царской власти говорится так, и скажешь ему так, так изрек Бог воинств, говоря, вот человек Цемах, имя его из места своего произрастет он, и построит он храм Бога. Желание Всевышнего, да, храм Бога, в общем-то, построен, но понятно, что его можно построить и в духовном плане, и еще много что нужно сделать и в материальном плане, вот, так что можно говорить о строительстве в будущем. Вот. А то, что здесь важно, это слово «цемах» – это растение, да? Как бы спаситель Израиля, какой бы он ни был, да? Пусть он будет таким человеком праведным, пусть он будет человеком, наделенным божественной силой, он вырастает из земли, он не падает с неба, да, а он вырастает из земли. Это процесс становления государства, становления царской власти, который постоянно подчеркивает Схарья, из земли, да, не с неба, из земли, постепенно, да, проявляя себя, вот приходит царская власть, да, из, так сказать, из процессов, которые происходят в народе, а не которые, так сказать, тоже, условно говоря, навязываются с небес. Да? Вот это то, что подчеркивает Схарья. Дальше есть о чем еще поговорить, но сейчас я остановлюсь, чтобы у нас было хоть несколько минут на вопросы. Да? Я останавливаю Шира. Да? Вижу. За черными квадратиками угадываю ваши прекрасные лица. Вот, и жду вопросов. Он, Барух, показал, что там действительно есть лицо. Хорошее, доброе еврейское лицо за черным квадратом. Хорошо. Есть какие-то вопросы? Рамзи, а Нехемия – это еврейское же имя, да? Нехемия – еврейское имя. Мы об этом немножко говорили. Зарубавель – это не еврейское, да, и он жил, ел, так сказать, с руки Эвель-Мурадаха, царя Бавеля, да, и имя у него, отец его Шалтиэль, он Зарубавель, да, вот, и, скажем, да, когда приходит к власти Дарий II, и он служит на посту высокому Дарию II, у него нет смысла, как бы нет уже обязанности брать нееврейское имя, и он называет себя еврейским именем Нехемия. Вот И ему так неизвестно. можно предположить, да, можно предположить так очень как бы
связываются многие концы, хотя четких доказательств этого нету, но очень похоже, что Зарубавель и Нехемия — это один человек. И неизвестно его, где он похоронен. Нет, я не знаю, никогда не слышал об этом. Да? Могилы Хизкиэля, могилы пророка Йона до сих пор существовали до сих пор. Не знаю, какова сейчас их судьба, но до последнего времени они существовали. Но в Да. Эрец-Исраэль он похоронен, правда, Нехемия? Зарубавель, может быть. Нехемия, Зарубавель, может быть, не знаю. Может. Не знаю, можно уточнить как-то, я никогда не слышал об этом. Я тоже не слышал. Хорошо. Да. Что-то еще хочется спросить? Можно еще спросить? Скажите, это так всегда, когда пророк из 48 пророков хотя бы, да, он говорит и то, что только ему сказал Всевышний, но еще это переплетается, связано с пророчествами других пророков. Вот так, как вы сейчас нам подали, как бы это связало их с Хай. Очень поверхностно, к сожалению, да, очень трудно развернуть ее, очень, но связь видна, да, Это пожалуйста. всегда во всех случаях в любом пророке, у любого пророка есть связь с другими пророками. Я не знаю, трудно утверждать, думаю, что не обязательно. Думаю, что не обязательно. В случае Йехезкиэля и Искария тут видно действительно связь учителя и ученика, и причем очень глубокая через идеи, причем что они понемногу по-разному видят и мир, и будущее. Да? Вот, пророчество – это очень сложное явление, казалось бы, да, что вот Всевышний говорит, и вот все должно быть однозначно. Получается не так. Говорят, что разные пророки пророчествовали об одном и том же разным языком. Примерно так вот говорится в Германии, да, в Гемаре, да, а разные языки – это разные образы, разные, так сказать, варианты будущего, потому что у будущего есть варианты. Да, в отличие от народов мира, мы верим, что все зависит от нас. Да? Поэтому пророчества не отменяются, но они могут обретать совершенно разную окраску, силу и так далее, в зависимости от нашего, так сказать, поведения и понимания. Вот. И поэтому у разных пророков у них разные как бы картины. Да? Вот. То есть, или, скажем, картины одинаковые, но красками они нарисованы совершенно разными. Да? Вот примерно как-то так. Да? Равди, ну, Таля действительно интересный вопрос задала. Мы должны понять эту преемственность. Творец хотел что-то передать этой преемственностью, то, что пророчество как бы перекликается у Ну, пророков. насчет должны понять, так мы должны понять все. Да. Что нам это дает, я не знаю, можно ли сделать какие-то вот конкретные выводы, вот, потому что этот учился у этого, вот это так, я не знаю, как бы, как сделать такие конкретные выводы. Да. Вот, во-первых, как бы, вообще, как бы изучение, да, не всегда видно в нем конкретные цели. Но я думаю, что это дает полноту картины, которая дает возможность больших выводов и большего понимания. Да? Вот. Но, во-первых, это красиво просто. Да, Во-первых, это красиво. красиво, да. Вот. А дальше уже можно как-то думать, как это применить. Это точно. Ладно. Но одно точно я вот с вашим уроком поняла, что, конечно, нет такого пророка, как Моше, не было и не будет, и у него было все четко. Он видел все четко, без вот таких войн. Ну да, но мы с вами можем увидеть, это видно в книге Шофтим, как из-за, скажем, наставления Моше, которое можно было понять по-разному, произошли ошибки, да, и это тоже бывало. Нет, ведь Моше человек, да, и он, конечно, как пророк, он стоит выше всех пророков, но, как говорят, ну нельзя отнять у него человеческое, да, и для него тоже были свойственны разные моменты, вот,
И, естественно, пророчество наиболее четкого, нет никого сравнимого с Моше, но не бывает такого, что вот просто пришел человек, все выразил четко и все. Есть где-то зацепки, они тоже очень интересны. Не то, что в этом его вина, но это как бы факт просто, да? Что вы имеете в виду в Шуфтим? А? А что вы имеете в виду в Шуфтим, что было Есть, интерпретировано? что всем есть года, что есть Менаше, который, так сказать, содержит, не так содержит, мешкан, альтернативный мешкан, как бы сегодня сказали, мешкан, который построен не по закону, в нарушение закона, да, и говорится, что это внук Моше. И вся история началась с того, что Моше сказал, что пусть человек лучше занимается авода-зара, чем просит у кого-то на жизнь. Да? Что, ну, он имел, что такое авода-зара, да? Для Моше? Что он имел в виду? Он имел в виду, что авода-зара – это чужая работа, работа, которая тебе не нравится, работа, которая тебе не по душе. Это похоже на рабство, когда ты работаешь не от души, но лучше работать так, чем просить у кого-то. А его, скажем, потомки и, может быть, еще несколько человек, которые его слышали, они поняли это буквально, что чем просить милости, лучше вот сделать такой мешкан и собирать деньги под такой мешкан альтернативный. Да. Но это один из примеров, да, вот. Это, мне кажется, что это не так важно, как частность, важно, как глобально, да? Это потрясающая вещь. Все люди, даже пророки, да? Даже Моше, он человек, да? Вот. Окей, хорошо. Ладно. Спасибо большое. Всем огромное спасибо. Я чувствую вашу поддержку. Надеюсь, и в будущем, да. Вот, и, Спасибо пожалуйста, большое. если остаются какие-то вопросы, пожалуйста. Материал настолько объемный, что, естественно, что-то проходит по верхам. Если что-то интересно глубже, спрашивайте. Всего самого-самого доброго, наилучшего. Всем нам успехов, дай Бог, прежде всего, нашим воинам. Всего доброго. Амин, амин. Спасибо, Спасибо, Рамир. амин. Яшаркоах. Спасибо. Рот, вот. Спасибо. 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 Да. Счастливо, пока. Счастливо.